Ёшинский турнир на каникулах. Сегодня здесь много команд представляют. Соревнования проводятся между тремя районами Северо-Ростовской области. Это Шулаповский, Верхний Донской и Волковский. Наши бойцы стоят, все готовы к бою. Ну и наши тренера. Сейчас покажу. Вот они сидят. Ну вот у нас сегодня девчонки тоже играют на соревнованиях. К сожалению, у нас в районе пока не развит футбол женский. Может быть, в будущем наши девушки будут бороться на футбольных полях. А это уже наши пошли. Средняя группа. Алексей Александрович, ребята играют. Агафонов принял. Шапарев, удар, хороший удар. Хорошо пробил. Но в защитника, правда. Хорош! Отдать! Эх, вратарь взял, но прорывался по краю хорошо. Эти на вынос сыграли. Играют против бокарчан. Красивая форма у ребят. Вел мяч в игру. Эх, перехват какой обидный. Но успели. Штрафной удар, опасно заработали свои ворота наши. Посмотрим, выстоят, нет. В этот раз простили наши. Моменты у наших есть, но забить пока не можем. Хороший заброс. Сейчас играют наши. Старшая уже группа, не самая старшая, а так почти что самая старшая. Здесь, конечно, звезда Дмитрий Дерецкин. Ну и ребята в полузащите отличные тоже. Ренат. Все, ребята веселые, с хорошим настроением. Это всегда хорошо. И сейчас соперник оденет манишки такие, потому что в зеленой форме обе команды. И нужно, конечно, чтобы отличались, одеть манишечки. Зрителей сегодня не так много, но есть люди, верные этому виду спорта, футболу. Свисток судьи, матч начался. Влад. Хорошо, потеря. А с кем играют пацаны? И мы не знаем. Тут, по-моему, Вешинская команда против нас. Один. Просто разорвали пасом. Отлично. Дерецкий хорошо прошел, отдал на Влада. И 1-0. Yeah.
Хорош пробил Ренат Зотов рядом со штангой. Хорош, Дима. Шел мяч. Хорошо, покатил. Атака за атакой. Ну тут явное преимущество верхней донской команды, конечно. Игра в пас. Все, просто на отбой играют вешенцы. Ай-яй-яй, ничего. Неплохо, маленькая. Технический брак небольшой у Дмитрия. Отбой. И потеря. Вот туда! Давай! Ай-яй-яй, хорошо, Дима, хорошо. На такую игру приятно смотреть уже, ребят. Это воспитанники Максима Сергеевича Карташова. Он же тренер и младших наших. Опа! Привет! Отрой! Два ноль. Просто прорвался по краю Дерецкий. И опять на Влада. И Влад замкнул. Денис, как играют наши? Очень хорошо. Очень хорошо, ты считаешь. А что пасом тебе нравится играть больше всего? Пасом играют? Ну вот учись у ребят у старших. Вот они наши старшие сидят. Смотрят. Наблюдают. Скоро их игра тоже. Ну я думаю, здесь счет будет, конечно, в пользу нашей команды. Поэтому снимать пока останавливаю съемку. А это наши старшие играют, ребята. Старшая группа. Ну, так игра тяжело складывается на первый взгляд, но в принципе неплохо. Или нашим один. Надо отыгрываться. Второй тайм наши взрослые играют. Уже большой запас по мячам. Наши выигрывают уже 5-6-1, уже мне подсказывают. Да. И вратарь потянул очередной раз наш. Эдем впервые стоит на ворота за старших. Так случилось сегодня, что вратарь... Супер, просто супер. Молодцы, ребята, вот они наши. На кого нужно равняться, малыша? Снимал я, Ренат, и ваш снимал, конечно, снимал. Снимал, конечно. Да, все. Нарезочка Ювентус будет. Да. Я вам подписчиков на какой пас прошел. Ну, вратарь сыграл. Сам уходит. Ай, не забил, но бывает. Хорошо пробил. Команда Ильи Александровича выходит на свой первый бой в этом турнире. Играют первый матч сегодня на турнире. Все как положено, жмут руки капитаны друг другу. Все как в большом футболе. Выбрали ворота.
тоже классно играют. Итак, Филигин с мячом. Все, пробил. Хорошо, опасный момент у наших ворот. Заброс на Плигина. Центр поля немножко проигрывает. Сам откройся. Хорош. Хорошо, Никитин воздух выиграл. Все, наш мяч. Была. Чуть не ушел, но бывает. Терял мяч. Пока 0-0. Счет. Явного преимущества у наших пока нету. Но включусь куда позже. Вторая игра наша. Средняя группа. Играют против Бакарчан. Ренат бьет штрафной удар, третий номер. На память гол уже есть тебе. Хорош. Наши бьют в атаке все время. Моговцы не поймут, куда они попали. Хорош. Владик пробил. Владик может. Ну что-то долго сидит. Такое снимать, конечно, приятно, потому что наши просто рвут. Это вторая игра у них с победой. Тут, я думаю, без шансов будет для нашего соперника.
завтра ребята едут в Ростов на большие соревнования. А нет, а если они на то, что выйдут, то не в Ростов. Сейчас, там... фотографируют на память свою команду, потому что достойные ребята сегодня просто выиграли, всех порвали. Помашите ручкой! Вот они, наши победители. Супер! Тренер снимает еще одних победителей. Это Илья Александрович. Супер, ребята, все просто сегодня показали себя с такой стороны, что просто нет слов. Молодцы, ребята. Вот они, наши победители. Спасибо. Молодцы.